понравилось, как я катила мячик большой. И все. Всем спасибо. Было весело, мы соревновались. На празднике? Да. А что тебе понравилось? Эстафета. Полоса препятствий. Ну, что вы на ней делали? Прыгали и проползали через туннель. Ну, ты победил? Надо было быстро делать. Некоторые не хотели быстро. Вообще супер праздник, спасибо большое организаторам за такую вот возможность участвовать в таком вот празднике. Нам очень понравилось и вообще было круто. Я сама Дубосарская, но мы живем в Тирасполе. Мы находимся сейчас в центре реабилитации, который вообще крутой, из крутейших. Мне нравится. Очень нравится. Да. А сегодня тебе что тут понравилось? А что мы участвовали в соревнованиях. Молодец. Какие больше всего тебе соревнования понравились? Все. А вы, ваша команда победила? Нет. Хорошая была. Сегодня мы впервые проводим инклюзивный турнир «Каталия польза». Главная задача нашего мероприятия – это объединить детей обычного сада и нашего центра реабилитации в одну дружную команду и показать, что все дети, несмотря ни на какие особенности, могут совместно общаться, играть, дружить и радоваться жизни.